В Котельническом проезде 8 лет находится музей спички. Здесь хранится одна из самых больших коллекций России. Коллекция частная, случайный человек сюда не попадет. Но самые редкие экземпляры Люберецкого музея экспонируются на российских и международных выставках. Богдан Семено коллекционирует спичечные коробки больше 15 лет. В его музее можно увидеть редкие экземпляры, выпущенные еще во времена Российской империи и годы Великой Отечественной войны. По словам филумениста, каждый набор несет в себе информацию. Первый полет человека в космос, Олимпиада 80, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, столетие со дня рождения Евгения Вахтангова. У меня есть коллекционная мечта собрать все наборы Советского Союза. По моим подсчетам, их было издано порядка 2500 экспонатов. Около 2000 из них уже находятся в Люберецком музее. Богдан Семено не только формирует свою коллекцию, но и работает над созданием новых спичечных наборов. Продолжить традиции и постараться выпускать наборы спичек к важным событиям и мероприятиям в нашей стране. У нас их не так много, но мы каждым из этих проектов гордимся. В 2017 году Богдан Александрович выпустил набор, посвященный 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В 2018-м – чемпионату мира по футболу. Теперь разработал несколько вариантов оформления коробков к 400-летию Люберец. Варианты обсудил с главой округа. Уходим в ретро-перспективу или же делаем что-то более современное, или уже в рабочем режиме обсудим. Можем сделать один набор ретро, другой современный, чтобы было, стало, как сейчас модно говорить. Сувенирный набор к юбилею «Люберец» будет выпущен в сентябре. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.